Всем привет, с вами Настя из Диномамы, и сегодня я покажу вам очень классный комбез из новой коллекции Raymon. Моделька этой серии Raymon Tech, у нее повышенные показатели водонепроницаемости 12 тысяч миллиметров, полностью проклеенные швы и паропроводимость 7 тысяч миллиметров. Давайте посмотрим подробнее, что здесь есть интересного. Первая и, наверное, главная особенность этого комбинезона – это светоотражающий принт. Половина кружочков сделана из светоотражающего материала. И в свете фар, фонарей или вспышки фотоаппарата комбинезон буквально светится. Очень клево и прикольно. Первый раз Raymon предложила такой комбинезон. Капюшон застегивается на липучке. Здесь есть вставка мягкая для того, чтобы капюшон не натирал подбородок. Капюшон также можно отстегнуть с помощью кнопок. И мех на капюшоне также можно отстегнуть с помощью кнопок и молнии. Внутри мягкая подкладка. Рукав реглан. На рукаве светоотражающая эмблема Raymon. Манжеты на резинке. Внутри мягкая подкладка. Есть два врезных кармана на молнии. Также светоотражающие полоски. И, начиная от линии колен, брючки полностью из материала повышенной прочности. Светоотражающие полоски, манжет на резинке, прочные силиконовые штрипки, которые можно отстегнуть или перестегнуть по объему. И дополнительно манжет регулируется с помощью кнопки. Если ребенок катается на горных лыжах или сноуборде, вы просто расстегиваете кнопочку, и штанишки отлично налезают. Защитная планка молнии на липучках, также светоотражающая полоска. Молния с защитой подбородка от защемления. Внутри мягкая подкладка по воротнику, петелька, этикетка, где можно написать данные ребенка. В теле, рукавах и штанишках подкладка гладкий полиэстер. По линии талии комбинезон можно отрегулировать по объему. Для этого здесь есть эластичная лента и пуговка. Так вот вытягиваете и застегиваете на нужный объем с двух сторон. Сзади можно увидеть, что капюшон регулируется по объему с помощью липучки. На капюшоне светоотражающая полоска. Такие же полоски на рукавах. И светоотражающая эмблема Raymon. Вот здесь проходит утяжка по линии талии. И ниже комбинезон полностью из материала повышенной прочности. Вот такой яркий, клевый комбинезон. Смотрите, как здорово он выглядит, когда фотографируешь со вспышкой. На этом, пожалуй, все. Ждем вас в нашем шоуруме и на сайте dinomama.ru. Спасибо за внимание.